Открыт набор в программу для самозанятых «Бизнес-наставник». Заявку можно подать до 20 августа, сообщает Департамент экономического развития, инвестиций и торговли администрации Самары. Это программа для самозанятых, которые могут повысить эффективность своих бизнес-проектов в несколько раз за счет взаимодействия с наставниками, профессионалами в сфере предпринимательства. За 12 недель под руководством опытных наставников участники программы разберутся с проблемами и точками роста своего проекта, научатся работать с клиентами и подрядчиками, смогут увеличить прибыль. Отбор в программу происходит на конкурсной основе, количество мест ограничено. Участие в программе оплачивается Министерством экономического развития и инвестиций Самарской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Жители дома 23 по улице Александра Матросова приняли решение продолжить участие в государственной программе Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области на 2017-2025 годы» с проектом «Дорогу к дому. Восстановление внутриквартальной дороги и устройство парковочных карманов», сообщает телеграм-канал промышленного района Самары. В настоящее время инициативная группа жителей активно занимается обновлением необходимого пакета документов для участия в программе. Телеграм-канал Куйбышевского района приглашает принять участие в акции «Народное признание». Она проводится с 2007 года. Более 15 лет жители губернии выбирают самых достойных из числа кандидатов. В этом году можно подать заявки по 6 номинациям. Для физических лиц – «Память и слава», «Мы вместе», «Признание и уважение», «Наследники победителей», «Герои нашего времени». Для юридических лиц – номинация «Единство и успех».